Вот приехала машина, Андрей Головач. Разгружают все продукты. Куда поехала? Ничего не понятно. Была. Куда поволоклась, я сама не знаю. Поволоклась, ну иди сюда, иди сюда. Очень тяжело работать с женщинами, невозможно. Все тянут, где-то пропадает, другое место. Сейчас махну рукой здесь, мимо промчалась. Три мужика поправляюсь с одного слова. Одна женщина, с трех слов ничего не могу сделать. Вот она идет сейчас, в первую очередь, сюда. Вот, ребята, сейчас я выгоню машину, пойдем ставить компьютер. Ну-ка, открой. Я ничего не пойму, куда тебя поволоклась? Мука нужна. Ну, вон она, мука, если стоим, ждем. Так. С десятка мужиков легче поправиться с одной женщиной. Я... Мимо пошла поволоклась, я стою рядом. Мы уже ждем-то здесь, смотри, сколько. Минут 20 стоим, ждем только вас, потому что вы очень самостоятельные. Иди скорее, он ждут. Вот прямо на ходу сегодня, только приехали, и уже сразу не урядится. Ну какая урядица, только когда по-своему все делают. Езжай, тебе скажут куда, иди, не могу дождаться, подъезжай, разгрузят. Это не замужние женщины, как правило. С хорошим мужем таких жен нету. Она слушается и работать может, и все. А здесь нет. Голову задрала, куда пошла, куда поволокла. Это мы только приехали сегодня. Вот, разгружаем. И на этой машине женщина... И никак не... Два раза останавливались. Низкая посадка, зацепились. Второй раз ждем. А если одна, вообще не выйдет. Все. Володя командует. Так, Володя, не разговаривать, быстро вынимай. Ну это не знаю, волокитщик какой-то. Быстренько вынимайте. У нас время абсолютно нет, какие-то разговоры. Миленькая, что вы делаете? Скинула, ушла свободная. Я сказал, немедленно сюда, опять стою, 5 минут жду, что там делает. Все. Свободно, тише. Все. Только для этого и нужна была. А мы три мужика. Благословите, чтобы мы в дом вошли. Идите с Богом. Мы там будем ночевать. Там будете, там. Спасибо. Где в прошлом году были. С Богом. Слушайся меня, иначе это неприятность просто мне. Не зацепитесь за гвоздь у лестницы. Вот. Все здесь есть, и манка, и крупа. Так, помочь тебе? Ну, а вам же нельзя, спина. Да я маленько. Сейчас Володя спит. Давай, спит. А ты на тихо спит. Машина ушла. Благословить, чтобы жить. Видишь, как вот. Она знает, где ей жить, но без благословения она подошла и даже вещи не складывает. Как скажут. Вот это послушание уже есть. Она второй год у нас. Имеет дело к врачебному искусству. Посмотрите, сколько здесь. И лопух, и одуванчик, и все. Упырья, сегодня я просчитал, корень, от скольких болезней, там конца края нет. Корень, просто вари его, ешь, настаивай. Так, все, Андрюша, уходим. Езжай туда, к этому, к скворечнику. Что там наше, есть, нет у тебя? Там продукты питания в машине. Масло, все, сейчас печенье. Ну, пошли. Да, вообще выгружать. Володя, закрывай, лестницу убирай. Иначе по лестнице попадут мыши, понял?
Не, я просто вижу, там внизу эти, ну, мелкие какашки такие. Ну, а внизу она здесь прошлогодняя, может быть. А, не вопрос. Потому что много было снегу, они по снегу заходили. А зимой-то нас тут нету, никто не смотрит, им разницы нет. А, зимой, да? Да, зимой, здесь же зимой. Это Лабос с продуктами. И стоит это на железных рельсах, железная плита. К твоему или к Никитиному? Володя, иди, разгружайте все. Ты можешь это, машину поставить, а это, слушай, машину поставь и скорее ко мне беги. Компьютером заняться надо. А это у нас такая теплица. Вот порадуйтесь, это вот первая келья, которую сделали, когда приехали. Я же там баню топлю, так что можете посмотреть. Да. Вот. Ну там, все. Давай, мы сейчас с компьютером займемся. Ой-ой-ой. Вот как приехал. Это Володя тут один нынче. И помидоры уже растут. Все как надо. Мы не мужик, а золото. И вот собачка у нас. А шарик, шарик. А. Ну что, шарик? Разымывали? Но. Ой-ой, шарик, шарик. Ну-ка, он ползает, может. А ну-ка, сейчас я скомандую тебе. Ну-ка, ползи. Ползи как? Ползи. Вот он как. Ну-ну-ну-ну, ползи, ползи. Вот он как пойдет. Ну, молодец. Все, все. Это в прошлом году самую большую, неохватную буквально, вот какой толщины. Около метр толщина в диаметре. В диаметре. Там Володя бежит. Скорее разгружать. Это последнее. Сейчас машину разгружаем и занимаемся своим делом. Вот здесь все убрали в тополь в прошлом году. Вон, убрали его. Это качеля вот детям. Все здесь устроено. В прошлом году отремонтировали, как будто бы, ну все, слава богу. Вот так, гараж. Теперь посмотрю, как там было. Бежит. Андрей будет сейчас заниматься компьютером.